Всем привет, дорогие друзья, с вами Фенол. Пока все обсуждают Мэйв и ее нулевочку, я вам расскажу про свой билд на Кэсси. Данный билд на отброс и уворот. Состоит он из следующих карт. Хозяин территории, выпад, вытягивание жизни, снос и мегатонна. Выпад вкачиваем на двоечку, чтобы увеличивать дальность уворота до 40%. Вытягивание жизни и снос вкачиваем на 4 пункта. Что нам это дает? Восстанавливаем 300 хп в течение 3 секунд после каждого убитого врага, а отбрасывающая сила вывода увеличивается до 24%. Остальные карты дают нам следующее. Ускоряет восстановление вывода из боя на 1 секунду, и взрывной выстрел наносит дополнительно 150 урона, что не может не радовать. А теперь давайте рассмотрим ее умение. В арсенале Кэсси имеется следующее умение. Арбалет наносит 650 единиц урона каждые 0,75 секунд. Вывод из боя. Выпускаем стрелу, которая наносит 200 урона и отбрасывает противника назад. После использования умения при попадании по противнику в воздухе идет повышенный урон на 30%. Уворот. Кэсси делает кувырок выбранного направления. После уворота первый выстрел наносит на 30% больше урона. Взрывной выстрел. Стреляем взрывным снарядом, который наносит 450 урона цели и уменьшает исцеление на 50% в течение 3 секунд. И разведка. В течение 8 секунд вы и ваши союзники будут видеть всех противников вокруг вас, где бы они ни прятались. Для данного персонажа я советую потренировать ваш АИМ, чтобы повысить ваши шансы попадания по противнику. В целом, Кэсси маневренная особа, и у нее отлично получается наносить хороший урон по врагу. Главное по нему попадать. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте это видео. Пока-пока. We'll be right back.